Симферопольские коммунальщики обзавелись новой техникой для измельчения сухих веток. Экономичная дробилка позволит снизить затраты сил и времени для утилизации порубочного материала. Ранее коммунальщикам требовались часы на погрузку и вывоз большого количества веток. Из порубочных остатков планируют делать удобрения для растений. В ближайшие дни новая техника поучаствует в утилизации веток вдоль набережной реки Салгир. Такая же дробилка еще будет, измельчитель, и будет еще более мощный измельчитель, то есть на осень у нас большие планы по обрезке санитарно-формовочных деревьев, как раз они понадобятся, это будет закуплено.